Топ-5 игр про Sonic X the Android. Да уж. Скоро это станет отдельной рубрикой, я бы даже сказал. Если товарищи разрабы все-таки выпросили сделать вторую часть. Вам же так интересно, мое мнение, так сказать. Особенно Лене, Запику и Стазику, да. Трое из дворца одинаковых с лица. Как пожелаете. Вы просили, получите, распишитесь в комментарии. А мы приступаем. 5 место. Ремастер Silver XE. Он выглядит гораздо получше, чем оригинальный порт. Объясню почему. В ремастере исправлена физика, исправлены некоторые баги, исправлено разрешение 16:9 и так далее. А в оригинальном порте все-таки гораздо похуже, я бы даже сказал. В оригинальном же растянутое разрешение, испорченная физика, баги и так далее. Так что играйте лучше в ремастере. Ссылка в описании. А мы идем дальше. 4 место. NBA ремейк. Тот самый NBA ремейк, о котором сейчас пойдет речь. И речь сейчас пойдет о порте, который создали Зафар и Леня. Леня, ты что наделал, блядь? Ты мне дал исходной код без крабов. Несмотря на некоторые недочеты и баги, эти люди смогли протонуть то, чего даже некоторые фанаты этой игры не ожидали увидеть. Эти же фанаты смогут поиграть на мобиле. И неважно, какая мобила у тебя, хоть ведро, хоть мощное, эта игра запустится на любом устройстве, даже если памяти мало, все равно установится. Отвечаю. А мы переходим дальше. 3 место. Round 2 EGZ. Если честно, я не верил в этот порт раньше, поскольку проходился на одном дыхании, все такое. И обновлений никаких не было по этой игре. Так и Стас еще хотел еще свалить. Ох, скотина, ты какая! Посмотри, блин, я сейчас не буду это играть. Нафиг надо. Там кольце было написано, походу. Ну ты, блин, вообще-то сама грамотная мразь. 9 класс закончил. В смысле кольце? Какое нафиг кольце? Мы нифига не поймем. Там двое людей тебе там говорят, там кольце N написано, кольце N. Так еще и эффекты на уровнях добавили добавок Суперсоника. Спасибо вам огромное, разрабы. А мы идем дальше. 2 место. Network Building. Тот самый билд, которому ждали примерно полгода. Несмотря на некоторые баги и недочеты, в оригинал все-таки может каждый человек сыграть, у кого нету ПК. Все-таки, Леха, ты молодец, что взялся за разработку этого билда. А мы идем дальше. 1 место. Sonic X The One More Time. На данный момент это самый лучший порт, который портирован за фарм. Да, конечно, в будущем появятся еще порты, которые просто перегибут это. Но сейчас, на данный момент, One More Time все-таки перегибает в чем-то Sonic X The Game. Во-первых, она красивее, неодноразовая и страшнее все-таки. Я даже переигрываю даже в эту игру, чем Sonic X The Game. Я вообще положил болт на эту игру. Но все-таки закачайте эту игру. Вам это очень понравится. Ну а мы идем к бонусному месту. Бонус. Round 2 EGZ Hardcore. Несмотря на то, что там нету суперсоника, нет там и некоторых эффектов и так далее, эта игра заставит игрока побомбить и так далее. Эта игра потянет на любое устройство. Зап, спасибо тебе за игру, спасибо тебе за эти вот стримы. Благодаря тебе эти стримы существуют и так далее. Я на этом все. С вами был Микомару. Всем пока, до новых встреч. Алёня, как самый гениальный человек, говорит, типа, создай, короче, версию для микро, чтоб он потом назвал название, играем, это, в играми разабов, а вместо этого видим, как микро бомбит. И, короче, он, типа, ничего не заподозрит, блядь. Я как будто не прочёл сообщение, типа, окей, я ничего не замечу. Ладно, окей, типа. А потом я еще листаю вниз. Уганда присылает скрин, то, что я в сети. И пишет, скорее всего, заподозрит. А Лёня такой говорит, не заподозрит, он дебил. Ладно, пофигу. Да нормально все же было, что тебе не понравилось.